Общероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей. Лучших представителей этой профессии чествовали на торжественном приеме главы Славянского района. Из века в век библиотекарь занимал и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Принимали поздравления от Романа Синеговского 15 работников районных и школьных библиотек. Это мастера своего дела, и молодые, и уже опытные специалисты, добившиеся отличных результатов в библиотечном обслуживании жителей, организации и культурных мероприятий. Профессию нужно любить детей, потому что вы с ними работаете. Как бы ни шагало у нас, не шагали вверх новые технологии, интернет, гаджеты, да, доступность, все, все равно книга есть книга. И я думаю, что она была, есть и будет. Сегодня в эпоху интернета печатные издания все более отходят на второй план. Но несмотря на это, библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Это настоящие культурные и образовательные центры, особенно в сельских поселениях. То, что представители старшего поколения приходят в библиотеки пообщаться, посетить культурные мероприятия, а дети спешат на конкурсы и викторины – это заслуга библиотекарей. Стаж у меня маленькие библиотечные работы, вот. Но удостоили такой чести вот приехать. Вот. Впечатления самые наилучшие. И как нас администрация приняла, и общение живое между библиотекарями. Я за 10 лет работы в школе первый раз получила такое приглашение. И в полном восторге, честно говоря, потому что мы поговорили не только о нашей профессиональной какой-то деятельности, но мы обсудили и какие вопросы, ситуации у нас в районе, где, как у нас денежки на бюджет где-то берутся, что так может быть, мы чем-то можем помочь, как нам сейчас детей воспитывать, в каком русле, что нам им, в общем, на что их настраивать. В конце приема глава района вручил работникам библиотечных учреждений благодарственные письма и памятные подарки. А солисты городского дома культуры подарили всем присутствующим замечательные творческие номера. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».